Ну, мы просто пока можем еще раз насладиться забитыми мячами. Ну, потом, наверное, придет время прощания. Ну, отметим, что тяжеловато Якубу, тем не менее, уверенно играющий в пас. Вы знаете, он даже притормозил на всякий случай, да, чтобы подстроиться как следует под мяч, сделал мягкую, чистенькую передачу на набегавшего партнера, а тот, Питер Андвинге, в свою очередь, очень все сделал качественно, не спеша, но и не опаздывая к этому мячу, практически уже не имея никаких препонов, забивал. Удар Микела. Хорошо играет Рафаэл, тем не менее на добивание увидели, как здорово Мартинс. Давайте посмотрим сейчас эпизод, как он обработал мяч. Раз, два. Мяч не успел, по-моему, опуститься даже на газон, конечно, это потрясающе. Посмотрите. Да, нет, отскок маленький был, мгновенный, настолько быстрый был, что показалось, что даже и не было. Но это совсем уже было бы невероятно что-то. Здорово сыграл Мартинс, очень здорово. Но это еще один момент, который упустил он Софор, а вышедший на замену вместо Питера Двинги. Ну и еще раз внимание наше акцентируется на...